Да, вот это замечательная выставка. Я думаю, здесь можно купить много чего интересного. Конечно, надо сюда прийти, пройтись, посмотреть. Москва большая, а мы все мечтаем куда-то поехать, где-то посмотреть. Одну Москву посмотреть, все. Требуется очень много-много времени. И не надо никаких средств. Ну, разве что проезды на метро, которые у меня, например, бесплатные.